Парни, привет! На канале Grand Tuning. Хотел вам представить сумочку тонировщика, только уже во второй версии, в более удобной. Расскажу вам, в чем здесь преимущество. Добавили сюда один карманчик для тряпочки или для телефона. То есть здесь такой именно появился хороший большой карманчик. И сделали так, чтобы сумку можно было быстро, если да, тебе нужно формовать, ты подходишь, и у тебя все это вроде бы в сумке мешается. С помощью вот этой резинки, которая оттягивается, здесь вшита, сумку можно без проблем взять и пододвинуть на бок. И подойти к машине, отформовать ее очень удобно. Так же самое потом одним движением повернуть ее в рабочее положение. Весь функционал остался прежний. То есть так же самое ракеля отсюда достаются, ставятся очень быстрым движением. Так же самое как ножик, маркер и все остальные необходимые инструменты для тонировщика. Чтобы все было на месте, чтобы инструмент мы в машине не забывали. Чтобы он весь везде был на своем месте. Достал, сразу же на место положил. Все, в машине больше мы инструмент не забудем. И все это будет под руками очень удобно. Надо где-то походить, сумку перевел назад. Все, ходишь, она тебе совершенно не мешает. Очень маленькая, удобненькая, практичная. Делаем для себя, делаем для вас. Спасибо, парни. По поводу покупки сумки, смотрите, снизу будет ссылочка. Все, всем добра.